Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Всем огромнейший привет, доброе утро, добрый день, хорошего доброго вечера, кто когда смотрит. Мы сегодня на спорте, ребятишек оставили вот здесь в парке с великами, пошли в Макдональдс. Там есть обслуживание, машины подъезжают или обслуживание, кто пешком пришел, с улицы прям и на улицу выносят. Хотим взять мороженое Макфлури, кто какой, кто с вишней хочет, кто с карамелью. Ну, в прошлый раз я вам показывала, мы покупали. В общем, пойдем сейчас посмотрим, можно ли купить сегодня. Сегодня такой прям ветерок, но жарко. Довольно-таки ведь я так легко одета, но жарко. Все работает. Но видите, все по-новому. На улице сидеть нельзя. Макдональдс внутри работает, вам видно, да? Так что работа вот так осуществляется сейчас. Здесь стол выдачи заказа, вот где девочка стоит. И касса, в общем-то, вот обслуживают вот так вот в дверях, получается, с улицы, выносит на стол. Ты разве столько съешь один-то? В одного-то никак? Ты не лопнешь, деточка? На раз. На раз? На... Мы тебе поможем. Мы взяли с карамелью 3 и 1. Максим взял с клубникой себе. Хотели с вишней, а с вишней нету, что ли? Или не бывает? Или... Ну, такие только есть. Такие только. А еще с ананасом, кстати, появился. Ну, что-то мы с ананасом не рискнули брать. Да. Жара, прям вообще, я сейчас бегом-бегом, хочу в эту в офис Тианде заехать, ну, там заказ пришел, в СДЭК заехать, посылочку забрать, пока сейчас Илюшка занимается, у него урок по бас-гитаре онлайн через программу Zoom, вот, и потом уже рвануть в сторону Агаповки, там, на дачу, пожарить шашлыков, подышать свежим воздухом. Быстро.
Короче, гуляют они тут. Гуляют. Да? Санька. Только вышла и познакомилась. Да, знакомство прошло отлично. Все спокойно. Никто никого не обижает. Да, Санька? Да. Ой, Саня уже приехала, сикать сразу захотела срочно. Да? Помечает территорию. Да, помечает территорию. Ой, ну, в общем, такие тут дела. Ты что, это тут такое началось непонятное? Что за свадьба на пустом месте? А? Что это ты? Влюбилась. Ну что, мы уже дома, я разбираю сумки, термос, бутылки для воды, в общем-то, посуду в ведре, сейчас я там буду мыть, убирать. И еще по дороге ехали, заехали в магазин Пятерочку, такое, что, в общем-то, взяли. Я маленько загорела, сейчас уже в душ пойду, Максим уже искупался, Максим вообще сильно загорел, я, конечно, фактором солнцезащитным намазалась 30. Мне еще дети говорят, мам, ты хочешь загореть? Я говорю, нет, я хочу не сгореть просто-напросто. Вот, ну, давайте смотреть покупки из магазина. В общем, батон старорусский взяли. Потом кетчуп Хайнц томатный. У меня закончились сливки. Я в кофе добавляю. Вот купила станция молочная. Вот такие вот. Колбаску рамкоровскую, сервелат невский. Еще взяла сервелат по-уральски, взяла сметану 15-процентовую, подовинское молоко, на утро две пачки творога, тоже получается подовинское молоко 5-процентового, так, кабачок, помидорки и тут килограмм сахара. Ну, в общем, собственно говоря, все ел. Сейчас будем кремом мазать после загара. У тебя прям футболку видно. Еще где-то поцарапался. Крем. В общем, сейчас будем его наносить на спину. Что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко. Целую, говорю вам пока-пока. До новых встреч на моем канале.